Советского информбюро. 8 мая 1945 года войска Первого Украинского фронта после двухдневных боев сломили сопротивление противника и овладели городом Дрезден, важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии и крупным промышленным центром Германии. В нем имеются авиастроительные, оружейные, машиностроительные, химические и другие заводы. В Дрездене насчитывалось более 600 тысяч жителей. В боях за Дрезден гитлеровцы понесли тяжелые потери. 8 мая овладели несколькими городами в Чехословакии, важными узлами коммуникации и сильными опорными пунктами обороны немцев на территории Австрии. Авиации Краснознаменного флота в портах острова Борнхольм потоплено 4 транспорта и 1 сторожевой корабль противника.